Здравствуйте, дорогие зрители! У многих из вас возникала потребность взять с собой нож в поездку, в поезд, на природу, положить в рюкзак. Но обычные ножи не охотничьи, они идут без чехла. И многие или заматывают в тряпку, или складывают где-то в газету, или еще что-то. Я хочу сегодня поделиться с вами маленьким мастер-классом, который поможет вам избежать порезов в сумке. Чехол делается для ножа очень легко, очень просто, доступными средствами, которые есть практически в каждом доме. Нам понадобится нож, который вы будете с собой брать, маленький, большой, такой, пилочкой, обычный А4 лист бумаги. Если маленький нож, мы его возьмем половинку и скотч. Мы можем листик оторвать половинку, можем воспользоваться ножничком. Ну, так как я уже сделал, берем маленький ножик. Вот так вот загибаем чуть-чуть краешек. Один. И начинаем просто вот так вот наматывать. Наматываем. Наматываем, наматываем, наматываем. Вот здесь вот, главное, чтобы здесь было ровно, под ручкой, потому что нож всегда идет наискосок. И потом у вас здесь вы не сможете сохранить ровную бумагу. Делаем вот так. Если нож небольшой, ищем, где кончик, обрезаем лишнее. Вот, что у нас получилось. Берем скотч и скотчем. Это все дело обклеиваем. Все, у нас получился маленький импровизированный чехольчик для ножа. Самое интересное, что если вы, допустим, намотали не очень туго, он будет слетать. Допустим, если вот так вот, да, слетает. Можно поставить нож между листиками. Там, где вы наматывали, можно попробовать поставить между листиками. Не попаду я сейчас. О! Тогда он будет сидеть очень-очень плотно, не слетает, ничего не порежет. И вам будет безопасно. Соответственно, также делаем с большим или с длинным. Если длинный, очень длинный нож, можно взять вот так намотать. Можно взять вот так, если длина листа или длина ножа позволяет. Наматывайте, чем побольше, тем лучше. А скотчем 1-2 слоя, не нужно выматывать пол рулона на нож. Главное, чтобы не развернулась бумага, и все. Можно, если на длинный нож, один ленточку здесь и ленточку в конце. И все. Такой чехольчик служит довольно длительное время. Даже если его, допустим, взять не скотчем, а армированной изоляционной лентой, такой широкой, то он будет служить вам и 1 год, и 2 года, и 3 года. В зависимости от того, как вы будете часто им пользоваться. Просто, дешево и быстро. Надеюсь, видео вам было полезно. До новых встреч. Пока-пока.